О российских провокациях, ситуации на левом берегу Днестра и президентских выборах в Молдове поговорим с нашим гостем. Это Ауазун Антой, депутат молдавского парламента. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Рады вас видеть. И с такого вопроса хотели бы начать нашу беседу. Президент Молдовы Майя Санду заявила о риске того, что Россия будет пытаться дестабилизировать Молдову весной 2024 года, как раз используя режим на левом берегу Днестра. Я процитирую. «Мы знаем, что весной этого года Россия возобновит свои действия, пытаясь дестабилизировать ситуацию», заявила Санду. И добавила, что Молдова рассчитывает на поддержку Румынии и международного сообщества. Прокомментируйте, пожалуйста, вот это заявление. Я хотел бы подчеркнуть один момент. После начала фронтальной агрессии 24 февраля 2022 года путинского режима против Украины, Молдова не представляла для Путина большого интереса. По той простой причине, что путинский режим рассчитывал, что Украина рухнет как карточный домик, господина Зеленского в железной клетке повезут по Крещатику, а танки Суровикина за пару-тройку часов выйдут к реке Прут, оккупировав Республику Молдова. По крайней мере, у меня не было никаких личных иллюзий на предмет того, что как бы повела себя Россия применительно к Молдове, если бы Украина не выстояла. Потом ситуация осложнилась для России. Она завязла. Мы помним, как 26-27 апреля 2022 года Россия ракетами разрушила мост через лиман у Затоки, и сразу появилась опасность реализации сценария десанта через Южную Бессарабию, через юг Республики Молдова с выходом на Приднестровье. Но по мере того, как военное банкротство путинского режима становилось все более очевидным в 2022 году, Россия интенсифицировала свои попытки дестабилизации ситуации в Республике Молдова, используя свою пятую колонну. Когда мы говорим «пятая колонна», это ничего элегантного, это люди, которые проворовались, и которые удрали из Республики Молдова, в первую очередь это относится к Илону Шору, который осужден молдавским судом за мошенничество и причастность к краже миллиарда. Не говоря уже о том, что он находится под санкциями Евросоюза и Соединенных Штатов. Когда на сайте РИА Новости появляется интервью с пророссийским политиком Илоном Шором, то, как говорится, тут не убавить, не прибавить. И в этой ситуации Молдова столкнулась с тем, что с одной стороны новая власть физически, технически не имела возможности очистить госструктуры от коррупции. Мы не то что поспешно, но в очень энергичном режиме принимали законы по совершенствованию действий службы информации и безопасности, но параллельно мы сталкивались с тем, что в Республику Молдова разными путями вбрасывались грязные деньги со стороны Российской Федерации в основном, и были попытки дестабилизации ситуации. Последняя попытка это была предпринята в связи с местными выборами 5 ноября прошлого года и с выборами главы исполнительной власти в Гагаузской автономии. Путинский режим попытался создать региональные очаги сопротивления в Республике Молдова, но в общих чертах эти попытки провалились. Сейчас, в 2024 году, приближаются президентские выборы. Президентские выборы так складываются, что, с одной стороны, кандидатом от всего общества может быть только Майя Санду, не только от партии ПАС, но от общества. А в то же время Кремль сейчас лихорадочно перебирает своих возможных, так сказать, марионеток, своего рода кастинг проводит, насколько мы понимаем. Члены парламента летают разными окольными путями в Москву, на саммиты во Владивосток, встречаются со Слуцким. Но Кремль, обжегшись на Дадоне, который оказался примитивным очень вором, сейчас пытается
найти более приемлемую кандидатуру для того, чтобы выставить оппонентом госпоже Майе Санду. И параллельно мы прекрасно понимаем, что если говорить о Приднестровье, так называемом, то там есть своеобразное двоевластие. Все экономические аспекты и местную администрацию контролируют то, что называется холдингом «Шериф», а силовые структуры и так называемое Министерство иностранных дел – это прямая связь с Москвой, и Москва через эти два канала – Министерство госбезопасности, так называемое, и иностранных дел, периодически вбрасывает провокационные заявления, пытаясь поддержать напряженность в регионе. Я лично считаю, что здесь в определяющей степени перспектива зависит от ситуации на линии фронта между Россией и Украиной. Это не стоит даже объяснять. В то же время на левом берегу Днестра настоящих буйных мало, по той простой причине, что этот регион давно превратился в региональный криминальный бизнес-проект и в значительно меньшей степени форпост России. В той же самой оперативной группе российских войск более 70% – это жители левого берега Днестра, которые подписали контракт ради униформы, зарплаты и так далее в этом депрессивном регионе. Особенно этот процесс интенсифицировался после того, как в 2015 году Украина в одностороннем порядке расторгла соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Россией, которое действовало с 1993 года и согласно которому Россия могла беспрепятственно через территорию Украины осуществлять ротацию своих вояк, техники, оружия и так далее, и так далее. Остался только Кишиневский аэропорт, но, как вы понимаете, ситуация изменилась, и поэтому я бы не переоценивал способности приднестровского режима что-то предпринять. Повторяю, до тех пор, пока Украина героически защищается, эти провокации могут, скорее всего, могут остаться на уровне сотрясания воздуха и попыток подбросить аргументы, в кавычках, для пятой колонны, которая, к сожалению, мы еще имеем на правом берегу Днестра. Ну вот еще продолжая тему вот этих информационных вбросов, на территории левого берега Днестра Россия создает такие вот информационные условия для возможной операции под фальшивым флагом. Вот об этом говорится в отчете Американского института изучения войны. И отмечается, что в так называемом Министерстве госбезопасности МГБ накануне они опубликовали пресс-релиз такой, в котором рассказывали о том, что молдавские спецназовцы якобы готовят такие вот специальные боевые группы для разрушения критически важных объектов, диверсий на военных объектах, а также захвата или уничтожения чиновников. Скажите, вот это зачем делается? Да, это для оправдания любых будущих российских компаний в регионе, да, или для каких еще целей? Я склонен считать, что в первую очередь это идет для оправдания денег, которые тратятся на эту гибридную войну со стороны Кремля. Нужно продемонстрировать хозяевам, что работает. Имитация бурной деятельности, да? Да, как в свое время говорят, 5-й отдел ФСБ рапортовал Путину о том, что Украина ждет его с распростертыми объятиями вместе с Медведчуком. Потому что, я повторяю, зная немножко контекст, зная настроение на левом берегу Днестра, зная, что после 24 февраля 2022 года в три раза возрос поток жителей левого берега, которые подали документы на молдавское гражданство, и что более 90% жителей левого берега имеют молдавское гражданство, я уверен, что там нет сумасшедших, которые готовы ввязаться в какую-то военную провокацию под чужим флагом или не знаю что. Но, повторяю, там есть люди, которые находятся на содержании Кремля. Вот так называемый министр иностранных дел Игнатьев, гражданин Украины, рожденный в Одессе,
Ему уже пригрозили пальчиком из Киева, что парень, ты как-то заговариваешься, да? Но он по роду службы вынужден быть, повторять за Машей Захаровой разные глупости. Ну, а МГБ – это вообще, понимаете, структура такая достаточно одиозная. И на ее сайте, если появляется такого рода заявление, то, опять же, надо делать поправку на реалии левого берега. Могу только сказать, что эти реалии достаточно забавны иногда. Потому что, когда 25 апреля прошлого года три человека обстреляли из гранатометов здание этого Министерства госбезопасности на левом берегу Днестра, то я, как говорится, из достоверных источников знаю, что гранатометы были куплены по сходной цене именно на левом берегу Днестра. Поэтому я считаю, что каждый делает свою игру, но поддержка Республики Молдова со стороны Евросоюза, наше очень интенсивное сотрудничество, в первую очередь в обеспечении энергетической безопасности с Румынией и с Евросоюзом, это достаточно серьезный аргумент в пользу того, что у Кремля будет очередной провал. Но это вовсе не значит, что мы должны расслабляться. Создан департамент по стратегической коммуникации и борьбе с дезинформацией. Предстоит запустить его, чтобы он действительно эффективно функционировал. И, конечно, нужно противостоять разного рода политическим провокациям, типа таких, которые вбрасывает так называемое МГБ из Тирасполя. Ну и еще одно заявление я хотела с вами обсудить. Российская Федерация может использовать левый берег Днестра для блокирования зернового коридора. Вот снова аналитики Института изучения войны считают, что Кремль может использовать его для создания нестабильности в Молдове и подорвать как раз украинский экспорт зерна вдоль западного побережья Черного моря. Я процитирую, несмотря на ослабленное присутствие россиян в западной части Черного моря, Кремль может рассматривать операцию под фальшивым флагом как альтернативный способ удержать страны от участия в украинском зерновом коридоре. Вам что-то вот известно об этом? Мы видим, что ситуация достаточно сложная. И на украинско-польской границе, и в Румынии возникли проблемы. И, соответственно, возросла значимость Республики Молдова как транзита для Украины, в том числе и через так называемое Приднестровье. Но я считаю, что на левом берегу самоубийц нет. И они прекрасно понимают, что правила игры и отношение к ним лично резко и конкретно изменится, если, как говорится, не дай бог, будут допущены какие-то провокации. То, что я не могу исключать этих провокаций по той простой причине, что я подчеркиваю, там на левом берегу есть своеобразная двоевластие. Если 29 ноября 2020 года на левом берегу были сымитированы выборы в так называемый Верховный Совет, то все 33 депутата, подчеркиваю, все, они их вытащили как фокусник зайца из шляпы, из кармана шерифа. Да? Но есть вот это МГБ и силовые структуры. Но я считаю, склонен считать, что эти риски пока что не являются угрожающими. Их скидывать со счета нельзя, но пока что это нужно учитывать. Наша служба информации и безопасности должна работать в партнерстве с украинцами и не только. Но пока что это на уровне угроз. Знаете, вот в Европе в последние недели говорят о войне с Россией через несколько лет. И вот все чаще такая цифра звучит, что это может случиться через 3 года. И вот политики и главы государств не исключают, что Кремль может отдать приказ на вооруженную агрессию, и первыми ее жертвами могут стать как раз страны Балтии и Молдова. Что у вас в стране об этом говорят? Об этом я могу
вернее, я могу высказать свою личную точку зрения. Если мы вернемся в декабрь 2021 года, когда Министерство иностранных дел, оно же Министерство пропаганды Российской Федерации, объявило два ультиматума, адресованные Соединенным Штатам и НАТО, то совершенно очевидно было, что фюрерские замашки Путина распространяются не только на Украину. А если еще и вспомнить совместное заявление с китайским лидером 4 февраля 2022 года, подписанное в Пекине, то это вообще замах на переустройство всего мира, где уничтожение Украины как государства и геноцид украинцев как народа должно было быть только промежуточным этапом. Поэтому, я очень надеюсь, что российский фюрер понял, что планы его провалились, и он завяз. Но я возвращаюсь к тому, что вместо того, чтобы анализировать, когда Путин мог бы напасть на страны Балтии, на Грузию или на Молдову, нужно сконцентрироваться на всесторонней поддержке Украины для того, чтобы не допустить поражения Украины. И только поражение Украины может открыть путь для Путина для дальнейшей эскалации. Поэтому главное сейчас помочь Украине устоять. И все остальные теоретизирования тогда отпадут. Но это вовсе не значит, что не нужно готовиться к худшему. Ну вот знаете, и заместитель генсека НАТО Мирчи Джоане на румынском телеканале заявил, что, кроме прочего, что альянсу необходимо, вот и вы сказали это, чтобы Украина выстояла, Республика Молдова пришла в Европу, а Грузия вошла в евроатлантическое сообщество. Скажите, а как в Молдове оценивают европейский курс страны? Вот сколько из 10 шагов по вступлению Молдовы в ЕС уже выполнено? Я не могу, оценку должен давать Евросоюз наших успехов, потому что такова логика переговорного процесса. Я знаю, что мои коллеги, особенно из исполнительной власти, очень, так сказать, интенсивно и жестко работают для того, чтобы максимально скоро начать переговорный процесс. У нас в парламенте есть отдельная повестка, где красными буквами помечены законы, которые мы должны принимать в соответствии с этим выполнением АКИ-коммуни, внедрением АКИ-коммунитер и так далее, и так далее. Но мы понимаем, что это не одномоментный процесс. Это будет длительный процесс. В самом оптимистичном варианте мы смотрим, там популярная цифра 2030 год. Да? А эти годы Украина должна выстоять, и не только выстоять, но и победить. И только это может дать нам гарантию того, что Республика Молдова сможет войти в семью европейских народов, в дом мира, как я говорю. И в этой ситуации у нас, конечно, сложные вызовы. Первые вызовы – это президентские выборы. Я повторюсь, я уверен, что Майя Санду их выигрывает, но при этом нужно обеспечить политическую стабильность и соблюдение норм правового государства, не допустить провокаций. После этого нужно будет заниматься парламентскими выборами. Но это слишком рано говорить об этом, потому что, повторюсь в который раз, мы еще не знаем, не можем знать, как будет выглядеть ситуация на фронте и общий контекст. Поэтому мы сейчас обсуждаем еще возможность проведения референдума в стране. Этот референдум не может подменить собой переговорный процесс о вступлении в Евросоюз. Но он нам нужен для того, чтобы политических провокаторов поставить на место. Потому что одно дело там кликушествовать на предмет того, что Майя Санду что-то не так сделала, и совсем другое призывать людей выступать против европейской перспективы Республики Молдова. Единственной гарантии мирного будущего для Республики Молдова. Поэтому процессы сложные, но я уверен, что в этой ситуации, как граждане Республики Молдова, мы в первую очередь должны сконцентрироваться на внутренней мобилизации, на интенсивной разъяснительной работе, чтобы каждый гражданин понял,
выгоды от перспективы европейской интеграции, от лозунгов к цифрам и делам. И я считаю, что исторически такие режимы, как Путин, они обречены на поражение. Конечно, это страшная трагедия, что украинцы платят своими жизнями для того, чтобы Молдова имела возможность решить свою судьбу без присутствия российских танков. Лазо, спасибо огромное. Спасибо за эту интересную и содержательную беседу, за ваши комментарии. Всегда рады видеть вас в нашем эфире. И напомню зрителям, Лазо Нантой, депутат молдавского парламента, был в нашем эфире. Еще раз спасибо.